Давай ограбим банк. Я не понял. Никого похожего не выпускать. Еще совсем крох, я бегал с мамой по пшеничному полю. Работал на почтамте. Я ведь тебе 6 месяцев талдычила, чтобы ты обкарнал эти свои лохмы. Пошел вон! Но тут, откуда ни возьмись, девушка моей мечты. Мармелад, экскурсию устроишь? С той же минуты мы стали неразлучны. Мама Ада. Ее таблетки еще дико подорожали. Когда система пьет из тебя кровь, пора создать новую систему. 500 000 моих долларов украли! Вообще-то серьезное дело. Угу. Господи, что я делаю? Господь наш небесный, нам страшно. Мы с тобой по жизни уже натерпелись. А ну ляг мордой в пол! Ты чего? Это был просто прикол. Я не преступник. Я уже 2 года его пасу. А ты таблетки не видела, а? Она теперь и моя мама тоже. Хватит! Как тебе можно верить? Кроме нас нет никого на свете.